Женщина-шатхан – это скромно? Женщина – это скромно. Шатхан – это скромно. Давайте разделим это на два вопроса отдельных. Если женщина, она не скромна, это плохо. Если шатхан, он не скромный, будь то он мужчина, будь то женщина, это плохо. Если женщина ведет себя скромно в качестве шатхана, то это замечательно. И мы скажем, что, наверное, большинство шатханим – это все-таки женщины, у них как-то это получается видеть лучше. Написано в Талмуде даже такая фраза есть, что Всевышний одарил женщину дополнительным каким-то видением, разумением, таким бина и тира это называется. В другом месте написано, что женщина разбирается в гостях более тонко, чем мужчина. То есть, что это значит, что приходит не посторонний человек, и она практически безошибочно может знать, что он из себя представляет. Мужчине это берет гораздо больше времени и общения для того, чтобы понять, с кем он имеет дело. Вследствие такого подарка, который получила женщина, она обязана им пользоваться. И самое святое пользование таким подарком, это делать шедухим, создавать еврейские семьи. Она лучше увидит, что представляет из себя будущая невеста, будущий жених. Она сможет между ними лучше навести, как говорится, мосты. И не только в самом начале, но и в процессе их встреч тоже она может координировать более красиво, более нежно, более ласково, более продуктивно.